Мы находимся в 46-й налоговой, как раз та налоговая, которая фактически курирует нашу организацию по городе Москве, а именно по району Красной Пресни. Здесь мы сегодня сводим дебет с кредитом, подходит к концу налоговый период. Ну, собственно, мы все здесь, потому что нам всем это интересно. Вот. Если вы смотрели наши предыдущие видеоролики, мы как раз там говорили про то, что насколько важно, чтобы компания, которой вы доверяете оформление ваших виз, либо других каких-либо услуг, была оформлена на территории России, если вы обращаетесь в Россию. Потому что у нас были клиенты, которые приходили к нам от каких-то непонятных американских компаний, с которыми они заключили договор, перечислили через Western Union деньги, и дальше ни компании, ни человека. То есть как там найти потом эту компанию в США, ну это непонятно. Из-за этого у нас две компании. Вот сейчас у нас компания «Американский визовый центр Атлант» здесь, в Москве, с юридическим адресом в Москве и обслуживающийся вот здесь, именно в этой налоговой. Вот. А вторая компания у нас в Соединенных Штатах. Вот я сейчас буду в ближайшее время в Нью-Йорке, и я сделаю по этому видеоролик. Ну, в принципе, неплохая налоговая. Здесь все очень быстро, здесь очень качественное обслуживание, несмотря на то, что это в Москве и в России. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadefisvisa, последняя буква z.com, и в нашу группу Facebook. Всем всего доброго, пока!